Наше общество в катаклизме. Вообще, все серьезно, все без дураков. Серьезно. В этой братской войне и в этом фашизме виноват Олег Табаков. Он. Донецк погрузился в отчаяние, и в окоп погрузился Ростов. Все наши мечты и тайные чаяния разрушил Олег Табаков. Собственноручно. Это он лицемер Иуда. Иуда. Он голос мультяшных котов. Всех вместе. Ох, как обнищала родная культура, и вместе с ней Табаков. Вот он, разносчик заразы. Вот он, пособник железных оков. Доколе войску РФ, отдавая приказы, смеялся Олег Табаков. И вследствие Боинга сбитого, кстати, отчет о котором готов. Международный судья обвинит его, скажет, это сбивал Табаков. Конечно. А когда на Майдане месили очень сильно обычных людей и ментов, всех жалко, тогда Янукович убежал в Россию, и его приютил Табаков. Но стоит ему пройти маршем Табакову и взять свое слово назад, легко, как Крым перестанет быть нашим, и двери закроются в ад.